Доброе утро. А, там вроде и номера можно брать. Да? Видел, там есть гостиница. Ну, я видел это. Идут люди с ключами, вот это, знаешь, браслеты. Папа! Ну, да. Наверное, можно. Ну, да. Я прям человек, не знаю, 10 видел. Мы смотрим Винни-Пуха и Ослика Ия. Проснулись, котики, чаек попили. Ты пил чай? Моника. Вон еще остался чай, да? Да. А пили. А в садике тебя будут кормить? Как? Нам халявное мороженое вчера. Да? Вкусно? Я правда обляпался так. Ну ничего страшного. Ну хотя бы с кем лучше. Мама, это было день. День рождения? Ой, не процентов хватило. Мы завтра на свадьбу едем. Да. Нет, наоборот, Ксюша будет же у них жить. Вова никуда не уедет. Ну, когда не грызди ты этим. Когда я построю дом, уеду. Ну да. Так, я сейчас навес помыла после нашего вязания. Ну, естественно, не идеально, но главное мне пыль с подоконников, всех жучков, паучков повытирать и со столов, ну и смести весь мусор с пола. Так вот получилось. Сейчас подмела еще здесь немножечко. Наш 3 метра бетона. Еще я перебрала помидоры. Здесь такие хорошие, что кушать. Что? Я шахту глубокую сделаю. Давай, серенький. Делаем, и ты давай. Тоже? А вот эти вот два ящика буду закатывать. Помою, томатик сделаю быстренько. Так, Гриша, да, бабушке пошел, сейчас тачки отвезет. Придет к нам, будет рушить мою пещеру. Да? Да, там прям глубоко, смотри, видишь, Лера. Тут можно упасть. Тут можно упасть, надо очень аккуратно, да, Зоя? Вот еще здесь вот, у меня до локтя я копаю. Это упасть. Упасть, да? Там очень глубокие пещеры. А ты такое умеешь делать, Зоя? Она делает уже. Или нет? У нее вот здесь вот там пещера идет. Она гвоздь отыскала. А я пока мне только пенопласт. Понятно. Там я... Зоя! Зоя мои пещеры засыпала. Так, я сейчас хочу постирать Гришин портфель, хотя бы для начала замочить. Вот эту штуку я просто постираю в машинке. В общем, с темным бельем. Вот, а вот портфель хочу сейчас замочить. Мыльным раствором хорошо щеткой его потереть, потому что все-таки он ничего, но вот впереди пятно. Вот оно. И здесь вот внизу тоже грязное, поэтому хочу все замочить в миске мыльным раствором и щеткой все потереть. И пеналы то же самое, потому что они внутри вот все, но они два хорошие. Поэтому сейчас все помоем, почистим. Да, сына? Я портфель буду твой стирать. Готовится? Уже? Сына? Ну, уже готовится, сына. Сегодня 25-е, осталось 6 дней. Не хочу. Надо хотеть, сына. Дайте еще 3 месяца, и тогда я согласен. Я все замочила, все потерла, 2 пенала. Здесь еще сменка для обуви и для сменной обуви, вернее, вот этот мешок Киокушин. И портфель буду, в общем-то, ходить, переворачивать еще хорошо надо лямки, которые здесь вверху прям залапаны, так что надо все хорошо почистить. Привет! У меня сегодня был супер-пупер вторая половина дня, потому что я ездила в Динскую, вот моему любимому Довгалю приспичило, чтобы я себе что-то купила на свадьбе. Я вообще думала идти в том, выбрать то, из чего у меня есть. Но нет, он ко мне пристал купить. И вот сейчас у меня на башке непонятно что, потому что я там штук, не знаю, наверное, 10 нарядов перемерила. Сейчас покажу, что выбрала. В общем, вот она блузка с вот такой вот какой-то блестящей штукой. Вот так вот все это смотрится. Блузка и вот такая вот юбка. Мне нравится. Босоножки тоже в каре купила.
На вот таком вот широком каблуке. И клатч. Не знаю, потому что у меня как-то нет вот какого-то такого походного клатчика. Единственное, меня смущает, что здесь просто цепочка. Ну, вроде бы она нигде не это. Но я думаю, она быстренько почернеет. Но вот здесь вот. Вот такой вот клатч за 99 рублей в каре, в Динской. Вот, ну, для телефона, в принципе, пойдет. Так что вот так вот я пойду вот в такой вот юбке. Мне, в принципе, нравится. Еще будет укладка на голове и пойдет. Это плохое слово, пойдет. Так, что еще купила, сейчас покажу. Афанасию костюм. Тройка, тройка, но без пиджака. Тройка с рубашкой. Брючки. Жилетка и рубашка, но рубашка еще с коротким рукавом купила, потому что в комплекте с этой шла с длинным. Но сейчас жарко, поэтому вот такую вот еще малюсенькую на рост 98. 900 рублей вот этот комплект. Вот эта рубашка за 360 рублей. И Антохи еще взяла классические брюки. Тоже белая рубашка у него есть. А брючки взяла подшить. Надо будет. Завтра, наверное, отвезу подшить. И все, и маечки здесь взяла беленькие. Под рубашечки. Ну и что, мы на карате? Да. И что такое? Это не... Так, давай, давай, котик, у нас время. Ну что, мы приехали. Гриша на карате. Мы сейчас до бабушки с дедушкой, да? И мама тоже уезжает на карате. И мама потом на карате, да, пошлите. Я съем. Ух ты, тут тебе что-то дедушка Леня засыпал. Да? Пошлите, заходи. Все поставили, бабушки? Мои друзья приехали. А, твои друзья это приезжали? Да. А, пошли за бабушки новый шкаф смотреть. Стой, подожди меня. Ну-ка, выходите с другой стороны туда. Давай, давай, Серый, хорошо. Так, ну ладно, сейчас я ступенек. Что тут у бабушки за новый шкаф? Ура, ничего себе, какой хорошенький. Ух ты, аккуратно только. Я, и вот же снова, ну, комод вообще мне нравится, вот эти вот, как классические эти. Угу. Это ж бабушке теперь все раскладывать, да? Ну да. Тут же вот этот раскладывать будем. Работает. Для денежек. Красиво. А, где тут мои дети? Карате уже закончилось. Что, мы домой поедем? Хочешь тут, а что ты тут будешь делать? Помогать? Кому? Степе? Так, кто там катается? Да, ты катаешь Зоечку? Афоня, ты зачем так хорошо разговариваешь? А? Ты что портишь имидж? Я только его не вижу. Как ты умеешь? Боже, тут одни отцы. Гриша! Пусть висит. Не надо. Ой, Серый, я такое не люблю, Сереж. Я боюсь. Так, мы дома. Ура. Сегодня прохладненько. Да, да, сынок. Пап, но остальные не могут посмотреть зайца. Он царапается. Ты что? Ты так где-то ты его дикий? Ослепил? Ну да, папа его сейчас отнесет. Он молодой. Бля, как он трясет. Это спят, пап, не заноси даже. Ну, вообще. Афоня. Афоня, смотри, Гриша у папы. Заяц. Тихо, тихо. Гриша. Смотри, Гриша у папы. Пап, подальше его. Гриша. Гриша. Афонька спит. Гриша. И Гришка тоже. Или какой зайчик? Отпустить? Нет, в доме не надо. Пап, ну не надо. Не... Зай, не надо его здесь. Зай, ну как мы его сейчас ловить будем? Да ему его, если его на улице пойму. Уже залез туда, где этот. Любопись.
Он же царапает. Так лапы какие, да, длинные? Тихо. Погладь. Да, он может сейчас выносить. Гриш, ты куда? Глянь. Заяц. Настоящий. Дикий. Сам как заяц. Смотри, да все пустит. Глянь, зайчик настоящий. Глянь. Дикий. Видишь? Афонь. Смотри. Вот, вот, глянь, у папы. Нет, смотри, да папы. Папа, Афоня, вот, Афонь, глянь. Папа. Сюда смотри, Афонь. На папу посмотри, Афонь. Смотри, что у папы. Глянь, телек, смотри. Иди на папу. Дошло? Нянь, заяц. Тихо, сейчас побежи. Нету. Давай сбегать. Давай. Сейчас будем бегать. Не надо. Давай. Не надо. Пап, иди его отпускай. Он, наверное, хочет своим деткам. Нет, мы не пойдем. Он сам дед. Он сам дед. Нет, он жить не будет. Он же дикий. Нет, ну если тебе говорят, не. Погладь. Я боюсь. Ну, погладь. Да я боюсь, мне он так лапами шевелит. Так я ж держу ее. Не хочу, я не люблю. Блин, ты же знаешь. Пошли рыбу потом. Так, ну что, мы ложимся спать. Дети, как вы видели, уже спят, кроме Антохи. Мы сейчас ложимся спать, завтра нам на свадьбу. Вот такой вот день. У нас, кстати, сломался компьютер. Я не помню, я показывала или нет. Но блок питания уже сегодня забрали, пока мы были на карате. Вот, я не знаю, когда завтра, послезавтра. У нас там, в общем, получается что-то с блоком питания. Системный блок забрали. Вот, а блок, что-то там с блоком питания опять. Если помните, не знаю, буквально, наверное, год назад, прошлым летом нам его поменяли. Что-то опять, не знаю почему, но должен мастер забрать его, проверить, не случилось ли еще там что-то с материнской платой. Ну, в общем, все проверит. И я расскажу, сколько, что стоило нам. Так что пока без видео. Если честно, немножко тоже расстроилась. Но как есть, знаете, ничего страшного. В общем, вот так вот. Так что завтра на свадьбу. Всем до завтра и пока. Очень рада читать ваши комментарии. Вообще рада, что у меня есть свой канал на Ютубе. Очень рада, что могу посмотреть прошлые видео. Мне кажется, это самое главное, что ты просто вбиваешь дату и смотришь видео год назад, два года назад, в какую-то определенную дату, что было. В общем, для меня это очень здорово, и мои дети тоже радуются, обожают смотреть, особенно Новый год и дни рождения. Вот. В общем, ладно, пошли отдыхать. Я уже, закрываются мне глаза. Сделала, кстати, педикюр. Ну, такой а-ля педикюр. Накрасила ногти красным. Вот. И завтра маникюр тоже, если успею. Надеюсь, что после прически в 2 часа мне на прическу или на укладку, не знаю, что это будет, что получится. В общем, завтра все увидим. Пока!